からようこそ日本にお越しいただきましてありがとうございます。ではザギトワさん、演技を終えての感想をお聞かせいただけますか。Я безумно рада быть частью команды и быть, так сказать, в фильме. Я посмотрела этот фильм, и меня безумно растрогало то, что я посмотрела. И также мне очень приятно катать программу, которую мне поставил японский постановщик совместно со мной и под японскую музыку. Мне кажется, это такая некая связь между Россией и Японией, и дружба между нашими странами. そう、私はこの映画に出てとても嬉しかったし、その映画を見たときは本当に涙ぐらい出るの感動をしました。あとスケートのプログラムはやってるの、日本人と一緒に日本の音楽と、それもすごく嬉しくて、これはロシアと日本の間にこの橋みたいに立てるように希望してます。では次に道珍さん、はい、ご自身の曲に乗せてザギトワさんが演技をする、このことを聞いたときにどのようなお気持ちでしたでしょうか。そうですね、まさかという感じでしたまさか、僕でいいのかなというか、はい、もう率直にびっくりしましたね、はい、ありがとうございます。Мне было очень приятно выступать под эту песню, и она дает энергии для хорошего проката. Мы тоже слушали эту песню, и она дает энергию для хорошего проката. Загитова選手、スケートの演技を通じて伝えたい思いがあればお聞かせいただけますか。Госпожа Загитова, расскажите нам, что вы хотите передать своим выступлением в этот раз. Наверное, главный посыл – это то, что я хочу передать дружбу между Россией и Японией, между нашими странами, что, и что любовь и дружбой мы можем сделать этот мир намного лучше. 一番大事なことは、それはそう、愛と、なんとか、ロシアと日本の間にこの友達になるのは、一番大事なことと思います、はい、ありがとうございます。少しですね、スケートの話から離れるんですが、ザギトワ選手は日本でお誕生日を迎えたんですよね。Не касаясь темы катания, госпожа Загитова отметила свой день рождения в Японии, не так ли? Да, это было так. Я его отмечала на карантине. Естественно, было все закрыто, я не могла выйти на улицу, но все, кто меня окружали, сделали все для того, чтобы мой день рождения был запоминающийся, и я даже рада, что я отметила его так, как я его отметила. そうですよね。私はその時は日本にいまして、ホテルから出られないんですが、日本人の方はすごく細かくいろいろなことをやってくれて、すごく嬉しかったです。だからそれは本当に日本に誕生日過ごして、すごく嬉しかったです。ありがとうございました。Также позже мне передали много подарков и писем от моих фанатов. Я их всех прочитала и тоже хочу сказать им огромное спасибо. その後、ファンの皆さんからプレゼントとか手紙とかいろいろもらいまして、私全部は読みまして、それでファンの皆さんに大変ありがとうございます。